Hey, yo, guys, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands The Pre-Sequel. Так, сейчас у нас фризы пропадут. У нас где-то вот это задание, я не могу понять, где оно находится. По сути, где-то здесь, на карте. Но где? Я сначала подумал, что где-то именно здесь. Ну, не похоже, что здесь. Точно не здесь. Ах, черт. Поэтому я вот и думаю, где оно может быть. Ой, жесткий. Жесткие. И где? Хера, у меня уже 52 их. Наверху где-то. Походу, да. Так, пошлите выше. Ага. О, могу взять деньги. Так. Выше. Жалко, что у меня от выстрела типа не наполняется этот. Скажите мне, я скажу вам. Ой. А, не, где-то там снизу. А, щит. О, я вас понял. До свидания. Ну вас нафиг. Держу в курсе. Манать их тут. Они отовсюду атакуют. Все? Кажись, все. Или нет? Ух ты ж, ё-моё! Да прекратите! Вам что нужно отсюда? О, я скоро апнусь! Ой, мана, там это херь. А я еще удивляюсь, почему на меня как-то херовина нападает. А где тогда знак вопроса? А еще выше? Так, я выше не могу подняться. Я понял. Нихера, как оно может. А, так мне тебя нужно было убить. Уверен в вас, сэр. Лучше приготовить комплексы за такие деньги в этой части Конгардии. А не, стоять, это аж другое задание.
Это вообще не то, что мне нужно. Вот, тихо. Неужели? Неужели я дошел? Черт, это же Элиза! Только говори, она так учетно, будто аристократка какая-то. Главное, что она жива. Хотя и была волсок от смерти. Так, привет, музыка на орбите. Помогите Митче, Космо... Так, взлететь. Приветствую тебя. О, искатель из приключений. Космо, видимо, выдающийся ученый нуждается в твоей грубой силе. Я хочу... почти достроил. Так, эту лунную музыкальную композицию собственное сочетание. Для этого я собираюсь вывести на орбиту спуски. Ракету помоги мне с ней и войди в историю. Вымышленную. Для завершения ракеты мне нужны кое-какие предметы. И я щедро нагружу тебя, если ты их достанешь. Сперва мне потребуется... Так. Поточный регенератор. Я загрузил тебя в их координаты, где можно их найти. Он нужен мне для управления тягой экстрельбой. Хочу принести известный за шумный шутыком. Разумеется, я бы прекрасно справился с этим сам, в отличие от владения орудием. Просто частично заключаю работу над моим последним симфоническим ля минором. И к запуску спутника с его что-то там. Ой-ой-ой, нет-не-не. Вернись! Сейчас я уже скоро апнусь. Так, найти регулятор потоков. Но это не здесь. Так, таймер я включил? Включил. А, ну ракеты пускай стреляют. Так, я вижу, что скрытый до хера хороший сундук. Который не понять, как достать. Походу, мне глупому человечку не понять об этом. Так, у меня скоро кислород закончится. Походу, мне нужно было вообще там что-то это делать. Я вас понял. Глупые ракеты, на что я надеялся? В смысле, это что, в другом месте находится? О, так, жетоны должны появиться. Хотя ладно, жетоны потом. Что-то в другом вообще месте? Отруги пустошей. Ладно, давайте, короче, я выполню то, что сейчас. Еще один пиклс. Так, осмотрите, что-то-то там. Полетели. Я же сейчас как раз сяпнусь скоро. Так, тебя... Ракеты разместить, телепортироваться, поехали. Давайте лучше через эту местность. Так, отличненько. Ай, нам нужно наверх. Нихера себе. Я их приморажу. Так, а ты поднимешься ли? О, поднимется, отлично. Тихо. Нет. Сдохну, но заберу. Блин, почему я постоянно этот юзаю? Так, полетели. Станция давно не работала, но я могу снова ее активировать. Где-то здесь должна быть консоль подключения меня к ней. И я все сделаю. Я тут подумал, а теперь, когда я освободилась от него, жизнь заиграла новыми красками. И раз я начала новую жизнь, мне нужно новое имя. Фелисити. Это значит счастливо. Так что отныне буду зваться Фелисити. Так, куда мне тебя подключить?
Так, это куда-то вниз спуск. Я ж потом сюда фиг доберусь, да? Ладно, давайте все-таки сходим вниз, посмотрим. Так, мне предлагают закупиться. Все? Вопросов нет. Больше вопросов нет. Здесь только вот эта херь может повылазить. А она может вылезти. Я в этом аж уверен. 110%, что так и будет. Давай, подключай меня, я вызову поезд, возможно, придется подождать. Сирон прибывает. А давай разберемся с заводом и снова запустим производство. Если мы хотим захватить Гелиос, спасти мир и все такое, то нам без куча роботов. Смекаешь? О, да, я смекаю, что время валить. Ни хрена себе, я еще накритиковал. Ну, крит. Вы что, охерели? Только я не понял, где у них этот центр на самом-то деле. Так, давайте сразу прокачаюсь тогда уже. Только что прокачивать? Это уже вопрос. Урон от стрельбы можно? При критическом попадании. Промахнуться без стрельбы. Ну, промахиваться то навряд ли буду. И плюс эта херня в рок-снайперской винтовке. Давайте пока это буду вкачивать. Хотя... И это полезное след с какой-то противника. Ну блин, ну это... Хер его знает. Если промахнуться, если промахнуться. Давайте мы, короче, вот это максить. Что здесь? Повышаю урон от стрельбы и скорость перезарядки, но уменьшается емкость магазина. Урон от стрельбы 10%. Ну, тоже специфическое. После получения урона в ближнем бою полностью заряжается щит. Средним. Вот это я думаю потом начать вкачивать. Урон, прокачку предметов. Ага, точно, еще с этим мы не вкачали. Ранг безбашенности. Шанс тихо урона, урон от гранат, урон в ближнем бою. Перезарядка, скорость защиты щита. Перезарядка. Емкость щита, урон в ближнем бою, шанс стихийного урона, урон от гранат, задержка заряда. Емкость щита. Урон от гранат, шанс стихийного урона, критический урон. Скорострельность, урон от гранат, урон в ближнем бою, уменьшение отдачи, точность, уменьшение отдачи. Шанс тихого урона, урон в ближнем бою, задержка заряда, урон от гранат, максимум здоровья. Урон от гранат, урон в ближнем бою, шанс тихого урона, скорость заряда щита, задержка заряда. Задержка заряда. Урон в близ, урон гранат, шанс тих, крит урон. Урон, шанс тих, урон емкость, урона стрельбы. Урон, урон, шанс тих, урон стих, емкость щита. Урон ближ, урон гранат, шанс стих, урон от стих, перезарядка. Урон ближ, урон от гранат, шанс стих, скорость заряд, урон стих. Ага. Скорость заряда щита. Ага. Скорость заряда щита. Макс дар, урон ближ, урон, уменьшение дачи, шанс стих, максимум здоровья. Урон стих, урон гр,
Шанстих, Максдар, урон ближ. Максдар. Урон Катгр, Шанстих, урон в ближ. Скор заряд, задержка заряд. Скор задержка. И Шанстих, урон ближ. Стих, точность. Все. Вот, вот так. По вагонам. А, они все надо мной. Они что, релись? Понял. Я тебя понял. Слышь, ты офигел там прятаться? Бля, и главное, ему урон не проходит. Вон этой гей. Отвалите! А, там, я думал, что цена упала. И как мне вагоны открыть? Так, и смотрите окрестности лунного... А-а-а! Нифига себе. А давайте пока я туда не отправился. Еще один пикс. А, стоять. Это я полак... Ясно. А почему я пошел сразу по сюжету? Посмотрите окрестности лунного... Лунного. Но я смотрю, но я ничего такого не вижу. А, вот это? Какой же я осёл! Помогите мне, сказал он. У меня есть лунные камни. А, лгунья, теперь я сижу тут и с этими бесполезными... булыжниками без тачки. Она у меня в руках... Так, притянут туз. Рука, ха! Блин, у него стекло. Дай ему пощечину. Спасибо, очень вовремя. Прикинь, эта сучка тормозила меня, сказала, что ей нужно прервать груз. Лунные камни, как-то я только... Слушай, мне воздух нужно расти. Ты хочешь, чтобы я тебе помог ее догнать? Лиза стырила у нас колеса? Умница какая! Так, засеки частоту этого передатчика, никто не должен отыскать мою... Что-то там. А, допросить стоять. Эббота. А частоту с... слежения. Ты шутишь? Я ни за что тебе не скажу. Нет, ни за что. Двадцать семь канал. Класс. В гнилой тип кто попался. Так, включи 27 канал и нас... Эхо. Как далеко мне ехать? Короче, через мост. Хорошо. В принципе, не так... Блин, она медленная какая-то. Но она умеет летать зато. Она медленная, но умеет летать. Найдите гигантскую технику. Эти ракеты хотя бы быстрые. Это радует. О,
Ух ты, это Элиза, ну теперь ее точно... Точка, так, кранты. Слышишь, что нам запись... Запись, хорошо. После того, как эта зараза украла у меня деревянщину, моя любимая ручей, я за ней... Так что, ладно, плевать. Не прячьтесь... Так. Не перемещайте в ряду ротидом сиротом. Не причините вреда ротидам сиротам. Найдите Элизу. Это где? И кризиса. Блин, я не знаю, давайте в музыкальную орбиту пойдем тогда. Найти регулятор потока. Я вообще не знаю, блин, куда идти нам. Не, вот эта пушка хорошая, типа замораживающая. Агрессивный лазер. Поехали. Отроги пустоши. Музыкальные какие-то блоки будут у нас теперь. Так, лунные камни позволяют открыть сундуки лунного... Так, у нас есть сундуки лунных этих? Ничего себе. Блин, нужно к этому, слышите, съездить еще будет. В центральный город главный. Пойти на черный рынок и сбагрить эти уже камни луны. То у нас уже накопилось 50 штук. Так, сразу вызываем... Ага, вызываем машину, стоять. Каньон пустошей. Так, это у меня локация следуема, хорошо. Только мне интересно, где мне машину взять. Блин, тут бежать... Найдите регулятор потока. Ну я здесь был, да? Или нет? Я вот не могу вспомнить, я здесь был или нет. Кажется, был. Но место вообще незнакомое. Так, если я здесь сокращу, давайте. Так, снайперки, хорошо, как раз пули собрали. Лагерь высших несет. Хитрый зверобой у меня сейчас называется. Блин, на самом деле я не знаю, где это мы. Кажется, как будто мы уже здесь были. А, да, мы здесь были, все. Да, все, мы здесь были. Я помню это место. Ну, пускай они пока постреляются, мы туда просто добежим. Заберем, по сути, то, что принадлежит нам, и все, и уйдем. Снова турели. Ребят, ну это уже все было. Ля. Крысы.
Они просто хотят заставить меня заново убивать всех. А, вот и местные. Вперед! Не обращай на них внимания. Да я так и пытаюсь сделать, слушай, не обращать на них внимания. Но они хотят на меня внимание обращать. Я бы сейчас вот так уже сделал все. А. Вот здесь фиг по-тихому сделаешь, да? Тихо. Тише. Тихо, забираем, валим. О, тихо. Тихо, я из-за тебя, кажется, камень потерял, да? Ой, тихо, там что-то есть. И давно там что-то было. Я этого не замечал, да? Или нет, либо здесь просто так и ничего нету. Я зря сюда поднялся. Ладно. Я вижу лестницу, где я могу подняться. В смысле нету места? В смысле, как так? О, черт. GG. GG. Бежать заново? Как я мог так глупо взять и упасть? Это жопа. Так. Вау. Снайперская винтовка урон. Так. Снайперская винтовка. Патрон для снайперской винтовки. Тихо. Это очень сейчас важно. 84 всего. Максимум уровень здоровья. Блин, надо и одна единица, в принципе. А, ну то навык без стрельб, ну без промахов. Я все равно вкачивать не буду. Продать. Урон от орудия. Герои единиц ОЗ. Но это не именно урон от орудия. Урон от огня. Задержка заряда. Все.
быстро бежим заново. Но тут хотя бы не так далеко бежать. Так, найдите регулятор потоков. Да, я понял, ребят, до свидания. Has been boasting about having the Drakensberg's black box on the Echo Net bulletin boards for weeks. Nincompoop that he is, it sounds like he might actually have it. Detected. Так, найдите Тони Тормоза. Ух ты ж. А, ну в принципе. Не, или мне туда же бежать. Где мне этот Тони Тормоза искать? А есть здесь же? По идее здесь же. Немного в другом месте. Так, сейчас пробежим. Поведем через эту площадку. Кислорода немного хапанем. А я тут, кажется, не допрыгиваю, да? Да. Кажется, если я не забываю, я там не допрыгиваю. Еще один знак где-то должен быть предупреждением. Здесь только на обход. Ладно, пробежимся. В принципе, тут не так далеко. Копаем воздух и бежим дальше. Нечего терять времени на этих дурачках. Просто банихопим. Дали воздуха, банихопим дальше. Так, я вижу там, где могу воздухом подышать. Тихо, замораживающие выстрелы. Для нас это не беда. Вверх попадете. А, мне нужно немного дальше. Блин, почему я не могу меню открыть? Почему это невозможно? О, так мы здесь были, помните? Здесь было все закрыто только. Не трогать эксперты. Ой, у вас гости? Желаете смотреть мою коллекцию запчастей космических кораблей? Как насчет небольшого пожертвования? О, какой сюрприз! Итак, начнем нашу увлекательную экскурсию. О, и держите свои грязные лапы подальше от экспонатов. Но тем не придется взрывать их с... Кто-то там. Вот это система, так. Стрела спасательных капсул от звездолета Гигантик, который потерял крушение в первом же столкновении с кометой. Все 11 тысяч пассажиров погибли, потому что спасательные капсулы врезались друг в друга. Окей. Какая-то клетка. А эта штука похожа на птичью клетку, да? На самом деле, это регулятор энергии ядра лайнера Crazy, который взорвался в доке. Какой-то умник достал регулятор, чтобы вытереть его с него пыль, а назад поставить уже не успел. А вот то что? Не будешь показывать? Экскурсия продолжается? Сюда, пожалуйста.
Этот бортовой симпозер с драгоценностями, лучшее, из чего нужно у меня есть. У корабля во время раскола грохнулось неподалеку отсюда, причем его не наблюдается с голубой так. Комочка поднесла, так, не боюсь, запчастки и руки. Ого, это он! Это самолет-стрелец, захвати его, хватай скорее! Экспонаты руками не трогать! Ах ты! Вовсе не экскурсия нужна была. Вот, варьё. Не беспокойтесь, я просто беру предмет, который необходим для выполнения... Вот почему я, правда, разослился. И, наконец-то, для обеспечения так, если потребуется Геркус, его можно... Там на пике Герцена место наверняка не ошибся, я прыгаю. Ну, я думаю, не стоит, да, его убивать. Гироскоп. Тормоз, ну ты чё? Я не хочу тебе ляпаса давать. Ладно. Найдите гироскоп. Ладно, так уж будет, давайте ему ляпаса дадим. Навряд ли мы уже с ним встретимся. Слушай, Чиль, у тебя была довольно увлекательная экскурсия. Я не ожидал, что Тони окажется такое яростное сопротивление. Однако прогресс требует жертв. Блин, может, нужно было его не убивать. Так, сразу продаем мусор. Продать. Здесь нужно подумать. Что-то есть новенькое? Ёмкая щита, нихера себе, насколько. Урон, улучшение крит урон. Что там было по супер цене? Ёмкость щита, усиление урона. Расход энергии. Не одна. Так, равнина. Короче, считайте, нам нужно вернуться. К тому челику. Хотите, чтобы ратиды перестали появляться? Так. Пристрелите их мамулю Шугората. Блин, мне походу нужно было в тех маленьких этих не убивать, да и все. Черт, а я их сразу грохнул. Ну, ладно. Давайте, я думаю, на этом закончим. Мы в следующей серии до конца уже закончим с этим гороскопом. А потом у нас останется еще миссия в еще один Пиклс. Пик кризисов отправимся. И тогда уже все, считайте. Поэтому как-то так, пойдем по сюжетке. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.